Нет, два пора. Давайте по списке, будет париться. Да, ну что там, Вора как-то скрыжусь от погони. Делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатство, но вот беда, последняя монета. Один кричит: она моя, я лучше дрался. Да что ты делал, друг, без моего совета? Отдай монету, а не то я рассержусь. Мне наплевать, я твоей злости не боюсь. Но ведь я похитил деньги и все дело провернул. Без моих людей не вежа, ты бы шагу не шагнул. Что же делать нам с монетой, как же нам ее делить? Отдадим покойнику! Отлично! Так тому и быть, я был проворней, значит, денежка моя. Допущу, чтоб ты богаче был, чем я. Сейчас цеплю себе я в горло и на части разорву. Я прибью тебя дубиной и селенки заберу. Что же делать нам с монетой, как же нам ее делить? Отдадим покойнику, отлично!